Добрый день, дорогие друзья! Мы на прошлом уроке, на прошлой нашей встрече говорили о системе организации закапывания капель в глаза. Казалось бы, простая, да, проблема. О чем речь? Нужно ли этому посвящать фильм? Оказывается, нужно. Ко мне поступает большое количество вопросов со стороны врачей и заведующих отделений. Лена Казьевич, как вы себе мыслите? Это же невозможно, это потребует увеличения штата. Я прошу обратить внимание на те организационные моменты, о которых я неоднократно говорил. Я не просто доктор наук-офтальмолог, но доктор наук в области организации здравоохранения. И защищался я по двум специальностям, в том числе и по организации здравоохранения. Поэтому я взял три глазных отделения. Одно в Украине, а два в России. И провел очень интересный эксперимент. И никаких проблем я не увидел. Более того, я попросил без увеличения штата. Только сделать так, как я сказал. Вот как я в этом нашем первом фильме говорил. Четкая организация. Медсестра должна быть быстрая, энергичная, быстро соображать, быстро действовать. А не то, что пока дотянется до флакона. Понятно, что ничего не получится в результате обслуживания большого количества контингента. Она должна быть быстрой. 12 секунд и все, следующий пациент. И через 15 минут человек, очередной пациент, подходит снова к ней. И снова следующие капли. Мое это обращение прежде всего к глазным врачам, к офтальмологам и заведующим отделениям, к руководителям клиник глазных, в том числе клиник научно-исследовательских институтов глазных болезней. Там тоже такая картина безобразная. Поэтому здесь, когда мы думаем, врачи, что именно выписать больному, какое лекарство, в надежде, что оно повлияет на глаз или на организм, мы не получаем результата, потому что все эти капли и лекарства в целом находятся либо в конечном итоге на одежде клиента, пациента, либо на полу. Это горькая правда. Но когда-то должен был кто-то это сказать. Но что интересно, когда я делаю замечания, обижаются. Мол, это традиция, а традиция глупая. Дело вот в чем, что аналитики давно сказали, что в человеческой деятельности 85% деятельности – это ошибочных, и только 15% реальных, достойных уважения и осмысления. Все остальное – ошибки. Вот это ошибка. И если она, это совершается ошибка десятилетиями, значит, десятилетиями называется именно ошибочное введение или инстилляция лекарств в глазных отделениях. Точно так же необходимо поликлиническому врачу рассказать пациенту, если там 2, 3 или 4 вида капелек, интервал между ними не менее 15 минут. Ну, здесь-то проще. Но оказалось, что и в поликлиниках врачи не обращают внимания. Просто взяли и выписали. Обращаю внимание всех врачей, но поскольку это в Ютубе фильм, обращаю внимание всех пациентов, потому что это наше здоровье. И оно просто так не дается. Надо думать, если проблема возникла, грамотно решать. Благодарю за внимание.